Привет всем, сегодня уже четвертый день нашего челленджа, ударного челленджа, так что всегда перед тем, как делать, разомнитесь, потому что с гантелей особенно если делаете, надо так сказать, чтобы ваши мышцы уже были теплые. Ну что, сегодня 40 ударов, погнали, кто с резинкой, кто без, кто с гантелькой, кто с чем, так сказать, может даже камень взять в руки, железку, арматуру. Главное утяжелить. Ну и пошли. Кстати, те, которые сейчас только присоединяются, посмотрите первые два видео. Там все объясняю, как у нас стойка идет, какие удары. Плюс-минус технику подключил. И сегодня уже погнали. Уже считаем только. Боковой-то.
Так, ну что, даже разогрелись. Потом можем, конечно, взять, раскидаться в конце, чтобы легкость была, все удары. Ну, вот по плану, кулаки 40 секунд. Самое главное, на те, кто может, на твердой части. Кто не может, тот не может. Время. Фу, ну что, ребята, повторяйте и почувствуйте каждый раз, как ваши ручки летают все лучше и лучше. Так сказать, все, кто хочет ускорить, усилить свой удар, вне зависимости, кто вы, мальчик, девочка. Боксер, не боксер, всегда пригодится этот инструмент. Ну и самое главное, не злоупотреблять. Всем добра!